Приветствую вас, и начать свой ответ мне бы хотелось с того, что вас достаточно подробно эксперты описали, почему вы не можете забеременеть. Я могу вам только лишь сказать некоторые вещи, которые мне представляются важными в данном контексте. Какие это вещи, какие это моменты? Дело в том, что женщине, чтобы забеременеть, нужно определенное состояние. Женщине, чтобы забеременеть, нужно определенное эмоциональное состояние. И это определенное эмоциональное состояние в первую очередь связано с ощущением стабильности, ощущением комфорта, с пониманием комфорта и с отсутствием внутреннего напряжения, которое может быть у вас. То есть, когда женщина во время, допустим, занятия любовью с мужчиной постоянно о чем-то думает, когда женщина во время занятия любовью с мужчиной постоянно о чем-то переживает, о чем-то волнуется, пытается разрешить какую-то задачу для себя. Естественно, о беременности никакой не может быть и речи. Также огромную роль играет наличие или, развитие определенного конфликта между вами и мужчиной. Это тоже нужно понимать и учитывать. Конфликт, если он имеет место быть, представляет собой очень мощную блокировку. Причем конфликт нужно понимать правильно, какой конфликт. Конфликт имеется в виду затяжной. Конфликт имеется в виду неразрешимый, конфликт имеется в виду такого рода, такого плана, который очень мощно и сильно влияет на вас. Вот это нужно для себя постараться, по крайней мере, достаточно четко понять, что именно отсутствие спокойствия душевного, внутреннего мешает вам забеременеть. Именно с психологической точки зрения я хочу, чтобы вы это поняли. Именно с психологической точки зрения вам мешает забеременеть именно конфликт, значит, внутренний конфликт, неразрешимый, по вашему мнению, конфликт, который вас изматывает. Изматывает конфликт вас, например, духовно, изматывает вас конфликт морально, ну и, соответственно, физически здесь тоже есть определенные моменты. Вот. И вам необходимо
соответственно, устранить основные проблемы, основные причины, которые данный конфликт порождает. Ну или, по крайней мере, постараться это сделать. То есть постараться устранить этот конфликт так, чтобы, условно говоря, на вас он не влиял. И если вы будете расслаблены, если у вас все будет хорошо, если вы не будете ни о чем думать и не будете переживать, если вы не будете изматывать себя, будете ощущать стабильность, если будете ощущать определенность, уверенность в своем мужчине, а это ведь очень важно, да, соответственно, и шансов забеременеть у вас станет гораздо больше. Вот это то, что с психологической точки зрения можно вам сказать. Это очень важная составляющая условий для беременности. И я рекомендую вам тогда через контекст того, что сказал, я рекомендую вам проанализировать ситуацию. Рекомендую вам проанализировать свою жизнь. Рекомендую вам проанализировать ваши текущие обстоятельства для того, чтобы вы лучше для себя понимали и видели, насколько, ну, например, вы соответствуете вот этим моментам, этим представлениям. То есть для того, чтобы забеременеть, женщине нужно не только этого хотеть, не только и не просто этого хотеть. Женщине нужно находиться в соответствующем эмоциональном состоянии. А вот что мешает вам находиться в этом соответствующем эмоциональном состоянии, нужно, конечно же, разбираться. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.